В Балхаше оштрафовали 3 магазина. Больше 120 тысяч тенге выплатит каждая торговая точка за продажу алкоголя без сопроводительных документов. Остаток незаконного товара у предпринимателей конфисковали. Нарушения за последние 2 месяца сотрудники налоговой выявили в 3 магазинах города. Всего в торговых точках обнаружили почти 70 бутылок алкогольной продукции без сопроводительных документов. По нормам накладные на реализацию, транспортировку и возврат спиртных напитков оформляют поставщики. У них и у получателей документы должны храниться в течение 5 лет. У 3 предпринимателей города бумаг не было. Они объяснили это тем, что приобрели продукцию с рук. Суд, учитывая, что бизнесмены нарушили закон впервые и признали свою вину, сократил сумму штрафа на 30% и наложил штраф больше 120 тысяч тенге на каждого. С начала года наказание за отсутствие накладных получили 13 магазинов Балхаша.